Вот на таком небольшом заводе в Швеции группа ученых воссоздала технологию изготовления орудий 17 века. Кузнецы отлили точную копию пушки длиной свыше 7 метров. Именно такие стояли на борту единственного сохранившегося парусного судна той эпохи, находящегося сейчас в экспозиции музея ВАСА в Стокгольме, крупнейшего собрания кораблей в мире. Исследовательский проект был организован при поддержке Ассоциации друзей музея ВАСА. Ученые решили показать, как на самом деле проходили морские сражения 17 века, с какими трудностями приходилось сталкиваться командам боевых кораблей. Исследователи готовились рассчитать ударные волны от залпов, уровень шума и дыма, в котором вынуждены были находиться матросы на палубе. Специально для испытания свежеотлитого орудия была воссоздана секция борта старинного корабля размером 4,5 на 3,5 метра. Орудие установили на деревянное основание и дали первый залп. Ученые отрапортовали о том, что пушка успешно прошла первое испытание. Теперь орудие готовят к серии новых тестов. Результаты исследования будут опубликованы в 2015 году.